Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня хочу сделать вам ритуал, который называется «Чистка магических пут». Путы убираем, устраняем. Путы могут быть разные, могут быть магические, могут быть, когда вам делают магические ритуалы, путают руки и ноги, закрывают дороги, спутывают всю вашу жизнь, чтобы у вас ничего не получалось, вы топтались на месте, наоборот, возвращались назад, болели, потому что перепутывают в том числе и ноги, и руки, и связывают, путают в жизни люди, чтобы вы, то есть заблаговременно специально вам врут при... для того, чтобы вас запутать, и вы не знали, как себя вести в жизни, бороться, чтобы вы перестали бороться, чтобы были связаны путами, то есть путы все понимают по-разному, даже если возле вас вроде бы все замечательно. И возле вас люди есть, которым вы доверяете, они могут быть путать вас на каждом шагу, чтобы направить вас не туда, не по правильному пути, чтобы у вас не было выбора, чтобы запутать ваше сознание, мышление, голову, связать руки, ноги и так далее. Информация об этом может быть разная, интерпретация разная. Я сегодня устраняю последствия, следствие, то, что уже произошло, и то, что привело вас к негативным каким-то результатам, потому что вы попали под чье-то магическое влияние, или вы кому-то мешаете, вас нужно устранить, и поэтому вам очень часто делают магические разные воздействия, но и просто психологические, не только магические. Вас много, ритуалы для всех мои. Все ритуалы на моем канале бесплатные. Но ситуации ваши разные. Поэтому смотрите много раз. Кому сколько нужно раз, я не знаю. Я могу только рекомендовать и вам помогать. Благодарю вас всех за все. Сегодняшний ритуал. Снимаем магические путы, сжигаем магические путы. Кто как понимает? Очень часто вы топчетесь на месте, как в клубке, как будто бы вы запутаны, сознание запутано, голова как будто бы завязана, перевязана. И вы мне говорите, мне завязали на движение, мне все завязали, мне все завязано, потому что мне кто-то сказал. Ну, конечно, вы обращаете внимание, кто вам что говорит, потому что не факт, что вам говорят правду. Это еще нужно проверить то, что вам говорят, потому что говорят вам с разных сторон. Вы это все слушаете, конечно, откладываете у себя в голове, потом ко мне приходите. И голова у вас очень тяжелая, с негативными мыслями, а ваша жизнь – это уже следствие. Сейчас я сжигаю магические воздействия, магические путы, все, что вам навязали, привязали, перетянули, намагичили. Даже есть просто люди, которые не магичат, но у них очень сильная энергетика. И они у вас могут забрать, потому что умеют. Или энергетика у них сильная, или вы были в таком состоянии, когда вы сами добровольно что-то отдали. Очень много разных вариантов. Вы просто смотрите ритуал, просто присутствуете. Сжигаем, развязываем путы, сжигаем, обрезаем, обрываем вместе с вами, потому что вы же присутствуете в ритуале. И вашу жизнь проживаете вы, я только помогаю.
Благодаря моим ритуалам вы пишете, вы поднимаетесь с колен. Когда вы топтались на месте, упали, не могли подняться. Образно, конечно. Кто-то падал по-настоящему. Топчетесь на месте, не знаете, куда идти, проблем куча. И вы постепенно, кто-то вообще был лежачий, вы постепенно начинаете подниматься благодаря моим ритуалам. И вы это пишете. И мне лично пишите. Все комментарии, пожалуйста, пишите под ритуалами, под видео у меня на канале. Ко мне лично пишите только на Viber и на WhatsApp. Лучше на WhatsApp. Все, что мне лично. Но, если вы хотите, ко мне на консультацию, чтобы я увидела и рассказала, как я вижу вас со стороны. Как я вижу ваши проблемы, почему они возникли и как их устранить, хотя бы начать устранять. Да, у вас есть проблемы, которые уже много лет и которые не так легко устраняются, потому что я не верю, что можно прочитать 2 или 3 раза заговор и устранить ваши проблемы, которые у вас были много лет. Я не верю. Все нужно делать постепенно, но каждый мой ритуал работает с первой же секунды и минуты просмотра, когда вы находитесь в ритуале. А кто-то из вас помогли вашим врагам, потому что вы сами отдали. Что-то отдали, я вижу, отдали. Из ваших рук получили ваши враги, и у них пошло процветание из ваших рук. А у вас ушла удача, силы начали уходить у вас, потому что вы добровольно отдали. Поэтому обращайте внимание, кому, когда вы что даете, у кого вы что берете, потому что мы находимся в разных потоках энергии. Энергии могут быть разные, негативные в том числе. Привязки у кого-то, завязанные, привязанные. На долгие годы вас привязали, и вы сидите как на привязи, к сожалению. Извините, может быть, кому-то не нравятся мои фразы, но вот я как чувствую, как я слышу, так я и говорю. Привязаны, вы привязаны к месту, к человеку. Причем мужчины и женщины смотрят меня. Мужчины, я помню о вас, иногда мне пишут, мы тоже вас смотрим, Людмила, мы тоже вас смотрим. Меня зовут Людмила, потому что меня называют разными именами в комментариях, когда вы пишете. Я не обижаюсь. Мое имя посвященное Сайрада. Высшие силы меня знают под этим именем, но мирское мое имя Людмила. Пожалуйста, можете обращаться, как хотите. Я слышу слово «гнев Божий». Кто-то заслужил наказание. Гнев Божий. То есть кто-то из вас, кто меня смотрит, влез туда, куда нельзя было. И ваш род вас наказывает. Может быть, вам это не понравится. Я просто говорю, не для всех, друзья. Вас смотрит меня очень много с разными историями, поэтому если вам это не подходит, не слушайте. Значит, это нужно услышать кому-то другому. Гнев Божий, мне говорят, кому-то это нужно услышать. Кто-то сделал непоправимую ошибку, неправильный шаг, неправильные действия. И возложил на свой род очень тяжелую карму, которую теперь нужно отрабатывать. И ваш род начал вас наказывать. Вот так. Поэтому у вас пошли вот такие негативные события в жизни. Не всем, не ко всем это относится, друзья. Ваш род за вами наблюдает, поэтому очень часто вас останавливает ваш род. Всегда найдется кто-то,
чьими руками вас останавливают, то есть магами, колдунами, людьми, которые вам вредят в жизни, потому что ваш род пытается вас остановить для того, чтобы вы переосмыслили какие-то ваши действия, ваши ошибки. Вам дают проблемы. Это сейчас идет информация, озвучиваю для вас. Я все свои ритуалы делаю в потоке. Каждый возьмет свою информацию, которую он услышит. Вы можете услышать каждый раз этот же ритуал, будете слушать каждый новый раз и что-то новое можете услышать. Или переосмыслить, или понять. Очень многих наказывает вот такими руками колдунов или вредящих соседей, родственников, которые на вас магичат, которые вредят. Вы мне потом возмущаетесь, это все пишете, рассказываете, как вас уничтожают. Но это делает ваш род для того, чтобы какие-то ваши неправильные действия остановить и переключить вас на решение проблем для того, чтобы вы чего-то научились. Болезнями останавливают, безденежьем останавливают, карму отрабатываете. Я своими ритуалами вам только помогаю, но вы берете столько в моих ритуалах, насколько вы способны в этот момент взять. В следующий раз вы возьмете что-то другое, и вам станет легче еще, или у вас произойдут хорошие события. Вашу жизнь проживаете вы, я помогаю только. Мужья, жены очень многих завязали, родственники говорят, ты нам обязан, ты нам обязан, дай мне то-то, то-то, потому что ты мне обязана, обязан. Сжигаю путы. У кого-то путы некротические, кладбищенские, с мертвеца путы. У кого-то не у всех. Не натягивайте на себя то, что вы знаете, чего у вас нет. Значит, не притягивать к себе это. Просто вы разные. Рассказываю для всех. Сжигаю сейчас путы, привязки, завязки, узлы. На глазах какие-то повязки, магические повязки, или вам закрывали глаза, уши, чтобы вы ничего не знали, не слышали, и даже в жизни лгали вам в лицо. И магию делали, и голову закрывали, и руки, ноги закрывали, все закрывали. Чтобы вы не видели, что у вас воруют, кто ворует у вас. Как это делают, когда,
И деньги у вас воровали, и все остальное воровали. Я работаю с энергиями. Кто-то не находит себе места, покой у кого-то украли, спокойную жизнь украли. По ночам к вам приходят, во снах вы спать не можете, беспокойные сны, беспокойные мысли, негативные мысли, потому что сущности воруют вашу психическую жизненную силу, психическую энергию, которая у вас в голове, просто жизненную силу сущности. Какие-то разные сущности нижнего мира очень часто воруют у вас то, что вам привязали, или вы сами себе привязали. Вот они вас и путают. Путают сознание, путают мысли у кого-то в голове, путаются, куда идти, что делать, как быть, что со всем этим делать. Я не знаю, вы мне часто пишете. Дети вас дурят очень часто, обманывают, запутывают. Мужья, жены запугивают, на работе запугивают. Враги, соседи запугивают. Чтобы вы ничего не предпринимали, тоже очень много таких ситуаций. Голова тяжелая, просто деревянная. У кого-то лоб просто деревянный. Лопатки, спина, область, зона лопаток очень тяжелая. Болит просто сейчас. Кто-то может чувствовать, кому-то дыхание с горла сдавливает кому-то. Кто-то разговаривает хрипотцой, хрипит. Кто-то храпит по ночам, но сейчас храпят очень многие, даже маленькие дети, поэтому не переживайте. Очень часто пишут, как убрать храп. Большая проблема храп. Связана с многими разными функциями в организме, психическими, психологическими расстройствами. Разный храп может быть от разного. Просто сейчас пошла такая информация. Видите, кому-то надо услышать было. Кто-то храпит, хрипит, кричит по ночам. Я могу разговаривать в своих ритуалах, пожалуйста. Могу говорить все, что я слышу в этот момент и что я слышу у себя в голове. Даже не в тему. Чистим путы, от этого ритуал не страдает, от того, что я разговариваю, могу громче говорить, могу тише, я работаю, ритуал поддается моей энергетике, я работаю энергией в своем ритуале, в каждом своем ритуале, я руковожу ритуалом, и ритуал работает благодаря моей психической энергии, которую я беру... В пространстве высшие силы меня учили, выращивали, мудрость давали, препятствия давали для того, чтобы я научилась. Потому что высшие силы вам дают помощь через меня. Так, энергетика меняет, жарко в голове, в лице. У кого-то лицо горячее, лоб горячий. Уши горячие у кого-то даже, пошла циркуляция в голове, кровь идет нормально. Можете чувствовать, как будто бы у вас такая энергия приливает к голове, жар в голове. Сейчас это пройдет. Приливы можете чувствовать в этот момент, это приливы от энергии моей. Потому что очень часто вы пишете, почему вы спите в моих ритуалах, потому что меняется энергетика. Та энергия, на которой вы жили, постоянно привела вас к болезням, к трудностям и к проблемам. Поэтому в моих ритуалах вы что-то получаете и что-то меняется. Если бы мои ритуалы не работали, у вас бы не было таких
ощущений, вы бы не спали, вы бы не зевали, вы бы не... Еще какие-то у вас там урчит, жужжит в теле, вы чувствуете энергии во время моих ритуалов. Все это работает благодаря тому, что я провожу ритуал. Сейчас меняются энергии у вас, ощущения могут меняться, потому что в голове компьютер у нас находится в голове. Очень многие проблемы в голове, все остальное следствие. Как самочувствие, как ваши ощущения сейчас меняются, да? Легче становится. Такое ощущение, что грубые энергии отошли, ушли. И приходят чистые, хорошие энергии в ваше тело, наполняется. Может быть, такое состояние сейчас. Я работаю, работаю сейчас с вами. Уже ритуал проработал, сейчас немножко еще, потому что проработал энергии, уже поменялись в ритуале. Легче дышать даже. Ну, вы можете тоже уже по самочувствию чувствовать. Вы уже тоже чувствительны. У меня очень многие ритуалов на канале. Меня смотрят люди чувствительные. Ваши способности усиливаются, ваши магические, просто ваша чувствительность. Вы очищаетесь, поэтому начинаете лучше чувствовать. Чувствовать разное можете чувствовать. И людей чувствовать, и энергетику чувствовать. Даже какие-то мельчайшие колебания энергии. Можете чувствовать мысли, можете чувствовать, читать людей, начинать, конечно, не все. Работаю, работаю.
Как самочувствие? Нормально, да? Легко. Плечи хочется расправить. Вдох глубже можете сделать. Очень часто вы не можете сделать даже глубокий вдох, потому что все заблокировано. В силу разных обстоятельств и разных ваших болезней, даже мыслей. Поэтому в моих ритуалах работает энергетика, которая очищает разные ваши органы полностью или частично. Насколько вы находитесь в таком состоянии, вы готовы очиститься, потому что я только помогаю. Друзья, всегда есть кто-то, кто мне звонит в 5 утра и кому срочно нужна помощь. Спасайте, Людмила, спасайте срочно. Я живу в Одессе, это Украина. Пожалуйста, обращайте внимание, сколько у меня времени. Во-первых. Во-вторых, не звоните мне, только пишите СМС на WhatsApp и на Viber. Я отвечаю всем. Пожалуйста, не платите мне за консультацию одолженными деньгами. Не выносите на мои консультации последние деньги. Не надо. Я не хочу, чтобы вы одалживали деньги, чтобы заплатить за консультацию. Для этого я вам делаю ритуалы бесплатные у меня на канале. У вас у всех финансовое положение разное. Поэтому не приносите мне и не платите мне за мою консультацию последними копейками, последними деньгами. Не надо. Я разрешаю, смотрите бесплатно. Кто нуждается, у кого материальное положение очень плохое, смотрите. Кому не хватает на лекарства, смотрите бесплатно, пожалуйста. Я разрешаю, у меня на канале есть замечательные, прекрасные ритуалы, которые работают. Даже лежачих поднимают. Мне писали отзывы, писали комментарии. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста. Я вам помогаю. Вместе мы сила, вы помните, да? Если у вас не хватает энергии, пожалуйста, заходите на мой канал, и вы получите, насколько вы способны взять энергию, которая вам не достает, не хватает. У меня на канале вы получите эту энергию. Жду вас на моем канале. Благодарю вас всех за все. До встречи, друзья!